Здравствуйте, господа и дамы, с вами Северн. Мы продолжаем проходить Dragon Age Origins на самом высоком уровне сложности за нашего замечательного гнома впереди. У нас вот такая вот типа засада. Но, конечно, здесь, по-моему, это же эмиссар, да? Вот, к сожалению, никак не подсвечивается. Но, по-моему, это эмиссар. И вот это меня печалит, то что вот это, по-моему, скверные вот эти вот пауки. Они не слабенькие ребята. Это гарлоки. А если это еще и эмиссар, нам могут втащить. И очень неплохо так втащить, потому что пауки умеют опрокидывать и очень долго грызть, сидя сверху. И это все очень печально. Поэтому надо что-то думать. Я здесь. Угу. Так, ну что, милая моя, давай, не знаю, вот сюда. Куда-нибудь. Хотя этот пойдет, он сразу, они, блин. Печалит то, что фактически вот эта вот руна паралича, она активируется первым, кто в нее попадет, и второй уже, ну, на него уже это не подействует. Это вот как-то не очень. Поэтому если накладывать, то сразу на двоих. Устойчивость. На этого сработало, на этого нет. Печально так-то. И никак не среагировали. Угу. Так, ладно. Давайте вне боя это сделаем. Ай, если уж агрить, то агрить, что делать-то? Ну-ка, подожди. Вот так и вот так. Угу. Слушай, подожди, а разумно ли? Броня 33. Может быть, стоит вот эту как раз включить? Ну-ка. Ага. А! Да? Ну-ка, подожди. Нет, 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 подожди. Переподключи. Потому что это на защиту 126, господи. А до этого сколько было? Что-то я сбилась уже. Хм. Ладно, давайте пока ставим это. Вин. Вообще, я, может, зря, конечно, так готовлюсь активно, но... Вроде их немного, но... Блин, эти грёбаные пауки, они, конечно, выжрать могут от души. Все вообще? Что так возможно? Отлично. Надо отступить, пускай они потихонечку идут. Пускай их даже трое будет. Всяко лучше, чем вот эта вот куча. Так, Огрон, бей броню. Стэн, просто бей. Дюранчик, то же самое. А что, это не работает? Недостаточно? Ну и вот так вот. Теперь вот так. Пошли вон, твари. Не то, не то, не то. Где мой дюран? Оглуши. Застрял, смотри-ка. Какая прелесть. Это очень кстати. Хорошее начало. Потому что они согрелись не все. Это очень облегчит мне мою несчастную судьбинушку. Я сейчас постараюсь вообще очень аккуратно двигаться вперед, потому что аптечек у меня не очень много. Где там эта бранка, когда она там будет, еще мне неизвестно, потому что я не помню, честно говоря. Так, товарищ паук, что-то вы как-то далековато. Меня это смущает. Нет, стой тут. Он так и будет плеваться? Нет, не будет. Конечно. Сейчас будет он плеваться. Ему же нужно же вцепиться своими жвалами. Не доползла, тварь. Замечательно. Осталось только гарлок и... Вроде это миссар все-таки, да? Ну, в принципе, можно гурьбой накинуться на вот этого товарища. Огрон ломает броню. Стэн, как всегда, бьет. Вин сейчас наложит силушку богатырскую на Стэна. А Дюрен идет шатать эмиссара. Сбрасывать. Хотя нет, не пойдет. Хотя нет, пойдет. Еще как пойдет.
Так, бегом, 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 бегом. Сбросить его. И чё это такое? Вы чё назад-то побежали? Ой, дебилы, а? Ребят, ну вам все уже сказано было. Так, задёрн, не то. Черт. Так, этот попался в ловушку, это не очень хорошо. Эти-то чё ломанулись? Перепугались, что ли? Или чё? Дюранчик, давай, не тупи. Надо Винькой лечить. Ограна. Потихонечку. Здравствуйте, приехали. У тебя-то мне тут и не хватало. И там еще повылазили. Ага, как вовремя-то, а? Где стенд-то, господи? Не вижу его в упор. Надо Гарлока шатать. Его что надо делать? Так, комиссар, действительно. Давай, ты должен пережить это. Так, хорошо, что они, кстати, туда побежали, а не к нам. Прям очень хорошо. Диранчик. Нет, подожди минутку. Ты отморозился? Вот фиг его поймет. Давай вот так. Как скажешь. Что такое? Ай, какая скотина. Ух ты ж, блин. О, очень плохо. Вот побежал за этим. Чё-то не доглядела. Тебя заморозили там, что ли? Нет, не заморозили, сверху прыгнули. Ой, чка. А так хорошо все начиналось, да? Огра отморозился. Хорошо, замечательно. Так, Вин, отключи эту фигню, чтобы она ману тебя не жрала. Это же надо было, да? Причем было же подозрение, что она ману ест. Проверила вне боя и думаю, что такое, вроде не ест. А так агрилась на нее, реально очень бомбила. Ну кто же знал-то? В бою как-то, знаешь, вот не обращаешь внимания на такие вещи. Тем более там не написано было, что она жрет ману. Я ей это самое, и успокоилась. А ну вон как хитро оказалось. Слушайте, вы все на него. Ну-ка, отключи-ка этот режим нахрен. Стэн, ай. Огран, ты опять тупишь, да? Что-то надо делать. Так, ладно. Дюранчик пока что стоит. Но мне мега-танк, поэтому норм. Так. Давай, давай, поднимайся, друг мой. Не, его забить. И забесит. Его забьют. Не доживет. Прям чую. Так и сделаю. Так. Лечение. Неужели всегда придет? Не, убили. Просто в наглую загандонь. О, древнее поражение тьмы. Вот это бей. Так, они отползают. Не, мы сейчас тоже отгребем. Вот сюда. Единственное, но нужно как-то дюранчика воскресить. Незаметно. Давай вот так. Пока что. Два паука и эмиссар. И там чмо вот это стоит древнее. Нужно как-то их сагрить аккуратненько. Так и сделаем. Только вот как именно? Может, конечно, руну паралича кинуть куда-нибудь сюда? Чтобы хотя бы один зацепился. Так, давай. Атака на Стена. Огран, иди сагри. Блин, вот как меня бесит, когда они сквозь стенки стрелять начинают. Я, конечно, тоже так умею, но это все равно бесит. Будь по-твоему. Я тебе сейчас. А что такое-то? А. Огран, давай. Ща по одному. Поступательными движениями. Скотина, опять на Ограна несчастного. Ползи, ползи сюда. Ползи, харе плеваться.
Так, Вин. Давай, давай. Минус. Остался один. Нужно его тоже сагрить. Но он умный, блин, сволочь. Он не побежит. Так, мы пока что немного травимся. Какие будут указания? Во-первых, манку. Трехлечилку. Я, конечно, не сильно восстановила, но... Все, отлично. Вот мне главное вот этот кусочек было подлечить, а остальное все не важно. Так. Ну, в принципе, одного тебя согреть, это не так сложно. А может быть и сложно. Он же не пойдет. Он умный ублюдок. Смотри, что делает. Ну тогда да. Тогда только воскрешать Дюрана, чтобы он прям там привстал. И ребят вперед пускать. Так, нет, Огрон. Огрон ломает броню. Стэн бьет критом. Дюранчик сейчас вылечится, по-моему. Опять тратить. Говори. Я тебе сейчас дам восстановление. Дюран, лечись. Куда мне это? Вот то, вот это вот мне вообще не нравится. Скажу я вам по секрету. Так, включай. Включай. Ну и... Не хочу его лечить, вот хоть убей. Аптечка, я имею в виду. Не, давай пока. Пока обойдемся, пока не будем. Пока что не будем. Давай вот так. Нет, а хотя поздняк. Метаться. Ну-ка, сработает на тебя ровно пролеча. Я здесь. Ну, снимается потихоньку, кстати. Дюран, ну, кстати, тоже снимается потихоньку. Кончим с этим. Так, что с тобой делать? Как с тобой быть? Как пожелаешь. Так, Дюранчик, у тебя все плохо у Огрона. Ну, попробуем жахнуть. Я не думаю, что сработает. Так, Вин. Не знаешь, что подлечи-ка. Ой, как ему влетает, ты слушай. Вы его там бьете? Давай вот так. Не сметь бить моего Дюрана. Не хочу его лечить. Аптечки на вес золота. Но придется. Вторую травму я не хочу. С другой стороны, сейчас в данной ситуации аптечки более весомые. Весомый ресурс, нежели аптечки. В смысле, припарки больше, чем аптечки. В общем, вы поняли. Что я хочу сказать? Так. Да забейте вы его уже, кусок. Блин, чё опять Дюран-то влетает, а? На ключи. Смешно. Как скажешь. Все, молодцы. Ты живой? Все нормально? Так, что у тебя есть? Клинок! Ой, хорошо. Чё там? Задание обновлено. Вы нашли все части меча наземника, возможно... Сейчас, секунду, глаз почешу, что-то. Прихватила его. Если отнести меч к трупу наземника, это подарит ему покой. Труп лежит в пещерах к востоку от Тейга Ордена. Да? А, мы же находили его могилку, точно. Ну, давайте пометим. Ну да, это не эта локация, это нужно будет вернуться. Ну ничего. Так. Берем. Так, что тут у нас? Ничего с трупов-то? Мы все подобрали вроде, да? Чего у тебя там глухота вроде была, да, мой маленький, несчастненький? Где ты? О! Поняла? У него же вроде была травма.
Да? Я ее вылечила и не заметила, и забыла. Или что-то случилось, потому что... Подожди, может это какая-то целебная фигня из этих всех снимает травмы? Нет, это некоторое количество здоровья. Может, вот это? Нет, это просто заметное количество. А чё? Я, кстати, про хранителя жизни иногда забываю. Это не очень хорошо. Вот можно было тогда кастануть на него, и он бы не помер. Подожди, я что-то не поняла. Я реально использовала аптечку и не заметила этого? Ладно, будем считать, что так. Потом надо будет как-нибудь протестировать. Это что-то как-то я... Что-то я как-то да... Что это там такое? Так, бери. Глубинный гриб, зашибись. Ой, дебилы. Как я вас ненавижу. Сколько у вас там? Так, гарлока и два генлока. Причем лучники. А еще пауков, небось, поползает 20 тысяч. Не, туда идти глупо. Надо сагрить и привезти сюда. Причем даже вот сюда. Здесь поворот более удобный. Так. Вот так вот. Так и сделаю. Ну чё, Дюран? Оп! И нет меня. Пойди и найди. Бегут? Чё-то как не особо. Ах, зато вот эта тварь появилась. Вот, да? Вот как вообще жить с такими? С удовольствием. Думала про паука, получился. Крикун. Вот так тебе, скотина поганая. Чё ты думаешь, я не знаю все ваши хитрости? Не на того напали. Конечно. Показалось, сзади кто-то еще наступает. Я, кстати, знаете, еще что думала? Помните, мы находили... Музыку, успокойся. Нет, да? Ладно, ладно, потом скажу. Это, когда бой идет, я вообще ни хрена не слышу. И вы меня, наверное, не слышите. Они не идут, слушай. Может, надо вин вывести. Они как-то на нее лучше среагируют. Оп, оп. Не? Блин, я не хочу к ним идти. А придется, слушай, они не реагируют. Хотя можно... Готово. Можно сейчас сделать вот так. Как скажешь. Так и сделаю. Может, они... Может, это их разозлит? Хотя бы одна... Нет, слушай, вообще ноль. Ладно. Будь под... Нет, так нет. Что делать-то? Нечего делать. Так, во-первых. Во-вторых. Че, ловушка? Вот я так и знала, что как это. Подстава. Вот эти вот штуки, они меня вот, кстати, вот... Внимание мое очень сильно привлекают. Так, пока вы там в наглую в меня стреляете. Не, вот так вот, давай. Огром что-то какой-то медленный. Найс. Так, сюда. Вин, забей вот этого уже, пожалуйста. Еще там, что ли, кто-то? Двое, не заметила, господи. Я-то думаю, что такое? Сейчас, короче, нужно... Ты кто у нас? Сейчас вот этого забьем. Этого Вин сейчас застреляет. И свалим. Так, сюда. Не идут? Нет, конечно, блин. Это же гребаные лучники. Они же не идиоты. Как скажешь. Не, иногда, конечно, они идиоты, но... Сию минуту. Ты же...
Ловушка как бы работает, но ничего не происходит. Но вот этот жуткий звук, он меня пугает. Сейчас чуть-чуть полечимся. Саму капельку. Ну, хватит. Так. Что с вами делать? Два гребаных гарлока. Больше никого тут нет? Ну ладно, чё. Чё делать-то? Правда, тут еще наверняка будут ловушки какие-нибудь. Ага, да, вот я тоже так думаю. Так, давай вот так. Ты лом... Нет, вот этому. Ломаешь броню... Нет, наоборот. Ты ломаешь броню, ты бьешь. Сила на Стена. Скажешь, так и будет. Алло, Вин. Сила на Стена. Ты уже скастовала, что ли? Не заметила? Как-то это беззвучно произошло. Я здесь. Ой, вонь-то было. Я пошел. Ой, ты еще не умер, что ли? Мне показалось, что ты уже все, падаешь. На тебя врыло. Так вот, Биш, о чем я? Помните, мы находили текст про... С удовольствием. А, големов, то, что на самом деле големы были изначально людьми, которые пошли добровольно на то, чтобы стать големами и все такое. Получается, это с Шейлой произошло, правильно? Я просто тогда не сказала, я об этом подумала, но думала, ладно, попозже об этом как-то скажу, и что-то это затянулось. Я вот думаю, может быть, во всей этой ситуации... было бы неплохо таскать с собой Шейлу, может быть, она что-то прокомментировала бы. Но, с другой стороны, блин, так страшно, честно говоря, ее брать, потому что я не очень как-то вот дружу с ее способностями. Хорошо. А тут такие бои? Вот не знаю. Страшненько, короче, мне. Какой-то очень большой зал. Ой, сохранение идет. Слушай, офигеть, смотри. Саркофаг. Так, ну там ребята, это мы поняли. Не, не хочу туда. Я лучше сперва по саркофагам покопаюсь. Гномий длинный меч возьмем. Огненная стрела возьмем. Опять читаю паскудные кожаные ботинки. Я не знаю почему. Слушай, подожди, прежде чем туда идти, я лучше схожу сюда и посмотрю, что тут. Что это за чертоги такие, а? Это наверняка с секретиком, с каким-нибудь комнатка. Я надеюсь. Иначе неинтересно. Просто враги там, очевидно, что нам туда. Ой. Чё так страшно? А куда это ведет? А что там тогда, подожди? Может быть, нам все-таки сюда тогда? Потому что в такие длинные проходы у побочных локаций не бывают. Таких длинных проходов. Ну, хотя, да, там пещера, скорее всего. А это побочная все-таки. О. Что-то у вас там до хрена. Что-то, ну как... Да, ё-моё. Что-то как-то слишком до хрена. Перепутал персонажа, перекрасил. Да твою мать, я так и знала, сейчас побегу вот так вот, блин, и заметит. Ладно. Я чувствую других порождений тьмы. Да ты чё? Сколько бегут? Много бегут. Го сюда. Готово. Нет, один бежит. Назад. Покончим с этим. Я для этого слишком стар. А чё стоим-то, блин, опять? Как скажешь, так и будет. Вот как ни крути, хоть иногда и я туплю, чего-то не вижу, там, способности отключающиеся, точнее, причины их отключения и так далее, но иногда все-таки выбираешь весь отряд, нажимаешь им какое-то действие, они все равно не делают его. Вот этого все-таки не отнимешь. Вин?
как скажешь. Не-не, нет. Ты можешь это делать отсюда, я тебе говорю. Или не можешь? Ой, слушай, прям подойти так нужно было, да, сильно. Ух ты! Что делать? Стреляй. Отлично, скажешь. А теперь в бой! Я этого не допущу! Ты что там, расслабился, что ли, перестал стрелять? Направь меня! Упс! Смотри, не получилось. Какая досада, правда? Так, немножечко в бок. Я их сейчас всех аккуратненько расстреляю, я не пойду к ним. Так, ты дотягиваешься? Дотягиваешься. Чё бы нет-то, собственно. Я здесь. Так. Близко, 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 слишком близко. Целая орда там. Ну-ка, подожди-ка, давай вот так. Вот это уже другое дело. Идем, устроим кровопролитие. Давай, 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 быстрее. Эу, эу. Слушай, пошел вон. Вон там. Эу. Это тупо выглядит, знаете, мне уже 10 раз могли помочь, но я не знаю. Что-то в этом есть. Так, ладно. Ну, это было действительно тупо. У нас сколько там? Да, это было действительно тупо, потому что у Вин теперь пол здоровья. Хорошо. Так, ладно. Вин, отгребай. Дебильная эта тактика. Сам не, с одной стороны, она хорошая. С удовольствием. Но, тем не менее. Да давай уже, господи. Вроде мне, кстати, так... Как сказать-то, господи. Я посмотрела по этим, по способностям-то, по всем этим. Вроде мы уже для воина все взяли, и можно было бы действительно взять что-нибудь на быструю стрельбу, как я ранее говорила, и уже вкладываться в очки лучника. Даже ловкость у нас неплохо прокачана. Ловкость этого... И что встали? Типа он упал, все, он умер. Так скажешь, так и будет. Можно было бы уже потихоньку идти в билд воина-лучника, потому что, ну, лук, он частенько нужен. Так почему бы его не использовать, тем более, что Лилиана с нами не ходит. Не попал, что ли? Давай вот в этого. Смотри, он даже обратил на нас внимание. Буник. Не-не, отгребай. Ребята, встречайте. Так, сагрился. Сагрился лучник, нехорошо. Мы поняли, поняли, давай сюда. Как пожелаешь. Стэн. Так, ладненько. Блин, сволочь, все еще видит. Ладно, дуэль. О, нет, это... Чё, гном на ковальне? Ой, гном на ковальне. Кто что? Блин, не видно, нифига. Генлок хозяин наковальни. Так я не поняла, где локация побочная, а где не очень. А? Так, а сколько у вас там таких хозяинов наковальни? Надо как-то чуть-чуть поближе пройти. Сагрить хотя бы какую-то кучку. О, бегут двое, отлично. Встречаем. Вин. Вот этого опрокинь, он что-то наглый. Хотя он не упадет, наверное. Не, упал нормально. Минус. Отлично. Можешь, конечно, ворваться, но там повылезает еще наверняка 20 тысяч штук врагов. Ну. Но... Ладно, попробуем. Рискнем. Вылечиваться пока не буду, обойдусь. Так, ни хрена не вижу. Нет, что-то я поспешила. Там же лучников 20 тысяч человек стоит. Назад. Хотя он все равно не пойдет к нам. Какой смысл? Он стоит там мерзкий. Направь меня. И все. Что такое? Устойчивость? Хорошо. Хоть у кого-то устойчивость что-то. Огрен. Как скажешь, так и...
Отдуплилась, молодец. Стоп. Вот так. Вин, все-таки давай-ка ты вылечишься. Сколько у вас там таких умных-то? Ну, двое как минимум. Остальные меня то ли не видят, то ли я их не вижу. Потому что не попадают. Так. Давай мы тебя попробуем оглушить. Вряд ли получится, конечно. Но попытка не пытка. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стэнчик, что с тобой? Кто ж тебя так бьет-то, а? Готово. Так, гребем. Гребем. Слушайте, он что-то очень жирный какой-то. Так, трое все-таки, да? Ну, прям очень жирный. Я не думаю, что на них сработает эта хренотня. Проще, по-моему, добежать до них и их за это самое забить сперва, а потом уже на этого обращать внимание. Давайте так и сделаем. Что они меня заманали, если честно. Так, ты очень в обход бежишь, Огран. Вот я так и думала, что так и будет. И вот честное слово, вот прям чувствовала, что какая-нибудь такая жопа начнется. Ладно, бежим назад. Не-не, ребят, бежим. Мы сагрили сколько могли. Бежим, газуем. Без страха и упрека. Сейчас вот этот придурок, который красненький, он прям бежит, но не добегает. Это меня очень сильно расстраивает. Сейчас мы ему подлянку подкинем. Это ж ты, красненький, да? Отлично. Сейчас мы тебя тут и забьем. Тварь ты такая. Я здесь. Так. Атака на Стэна, как всегда. Так, первым делом самолеты. Крит, броня. Устойчивость. Ну ты свинья такая. Я буду драться, если нужно. Бьем, давайте. Прибежал еще один, ты посмотри. Миньон проклятый. Я тебя сейчас застреляю. Так, бей. Стэн, просто бей. Так. Как скажешь. Роняй. До свидания. Так, еще. Больше маны, богу маны. Лечимся. Бьем. Очень активно, даже вот с... Ну да, пускай будет так. Вот так. Дюрана надо бы вылечить. Как пожелаешь. Ну, вроде нормально. А чё стоим-то опять? Да. Потому что я иногда не всегда... Сюда смотрю. Иногда не всегда. Не всегда сюда смотрю. Я иногда смотрю вот сюда. На здоровье, как оно падает. Если вы, кстати, слышите ор какой-нибудь мужицкий, не удивляйтесь, как бы тепло на улице. Лето уже фактически пришло домой. Вы, наверное, эту серию смотрите, когда уже либо конец августа, либо сентябрь наступил. Но у меня сегодня 1 июня, поэтому... Поэтому у меня все только начинается. Ты за это заплатишь! Есть ли смысл? Ну, пускай он, да, на них переключится. Дюранчик пускай отдохнет. Я просто не хочу аптечку тратить, честное слово. Я не знаю, что меня ждет впереди. Я не помню, сколько здесь пешарить. Я не хочу, чтобы повторилась история прошлого моего. Ну-ка, кстати, можно протестировать. А, ну все, в общем. Замечательно. Еще одна победа.
постараюсь. Туповатая, конечно. Молот мастер Горна. 25 устойчивости к огню. Ты посмотри. 6 к атаке. Копьемет. 2,5 к пробиванию брони и быстрое прицеливание. Пора менять арбалет на лук, вот что я вам скажу. Он, конечно, замечательный, но не настолько. Гром с луком, это, конечно, потрясающе. Так. Чё музыка-то играет, алё? Успокойтесь уже. Дайте сохраниться-то. Ага. Будь по-твоему. Алё. Вредный какие, слушай. Ладно, что еще? Что еще? Что еще? Молот. Тут был молот, правильно? Я не думаю, конечно, что он лучше, чем стеновское оружие, а вот Огрона не помешало бы сменить. Здесь, конечно, поменьше и все такое, но пробивание брони, вы посмотрите, какое. Не 4,8, а 11,20. Еще устойчивость к огню. По-моему, замечательно. И ему идет. Арбалет, чтобы не занимал место, кинем ему сюда. Так, ну, лечить меня никто не будет, я так понимаю. Блин, да господи, бой, закончись уже. Мне нужно вылечиться и сохраниться. Готово. Твою Машу, господи, дебила, напугали. Сердце, по-моему, пропустило удар, так что... После этой ловушки, после этого звука ужасного. Так. У тебя все включено. Тебе что-нибудь нужно? Я думаю. А. Замечательно. Кости опять хрустят. У меня скоро будет синдром этого запястья. Она что, бесконечная, что ли? Это же ловушки, они должны работать только один раз. Уже эта веревочка порвана, по-моему, раз 200. Хотя там, может, нажимная пластина. Но звук, конечно, ужасный. Так, сохраняшка. Ладно, сколько у вас там таких уродов? Кстати, можно лук потестировать. Смотри, какой красивый. Так, ну вот у вас там двое стоит, таких красивых, замечательно. Вот в тебя. Нехило так, хочу заметить. Вот это попадание. Ау. Слушайте, ты... О, увидите этот урон? Ну, промахнулся, ладно. Интересно, кстати, Дюран будет промахиваться? Хотя, кстати... Не, слушай, о, прям прекрасно. Слушай, это мастер-лучник просто. Можно было управиться быстрее. Сейчас ты у меня лук в руки возьмешь и посмотрим, насколько быстро ты управишься. Так, Гинла, вот в него бы как-нибудь так попасть. А, он мертв, простите. А кто живой? Вон, вижу живого. Так. Не, слушайте, ему точно надо качать лук. Посмотрите, какая прелесть. Давай, давай, иди сюда. Слушайте, по-моему, замечательно. Когда надо, лучник, когда не надо, воин. Идеально. Мой, вот мой стайл, серьезно. Говори. Ну и к тому же вообще странно. Воин, нормальный, хороший воин, всегда должен уметь пользоваться луком. Куда мне удар? Хотя бы как-нибудь. Другое дело, что... Ну да. Не каждый воин-лучник. Точнее, не каждый лучник это воин. Полноценный. Но лучником хотя бы каким-нибудь воин должен быть. Рождение тьмы совсем распоясались. Я гляжу. Так, как бы так встать-то, чтобы тебя... А почему ты не задеваешься, слушай? Воин должен уметь адаптироваться под ситуацию. Не только быть
ближним бойцом, потому что, ну, мало ли, как судьба повернется, каким местом, правильно? Готово. Вон пошел, слышь? Ладно, понятно. Не хотим по-хорошему, не будем. Стэн опять стоит, фигню страдает. Какие указания? Вот блин, вот почему? Почему у нас столько все плохо? Но? Нанесем удар, не мешкая! Так, ты вожак, что у тебя есть? Деньги. Почти один золотой, замечательно. Сколько у нас, кстати, там... Подожди-ка. Конечно. Вот еще один. Я постараюсь. Угу. Сколько у нас там золотых-то уже? 76. А было бы уже больше 100. Ну ладно, ладно. Сердце кровью обливается, конечно. 25 золотых, мать их. Они на дороге-то не валяются. Ладно, кто кого? Дуэль! Я знаю, что я могла просто ворваться сейчас и просто его убить, потому что все, в принципе, полегли, остался он один, но это же не интересно. К тому же, я хочу посмотреть, сколько он будет сносить. Я, конечно, уже понимаю примерную цифру, но тем не менее. Так, зачем я бегу обратно? Ладно, ну вроде все. Надо сохраниться, пока не началось. А то когда я так говорю, еще 20 пауков вылезает. Генлок, генлок. Я скоро наверное, вообще на полную изометрию перейду в этой игре, потому что мне так привычнее, что ли. Так, какой-то камень, сломанный ящик. Или не перейду. Изометрия тут не очень удобная. Откровенно говоря. Я говорю, ни туда, ни сюда. В итоге, когда не получается изометрии захватить, переходишь от третьего лица, пытаешься там где-то выковырять врагов, стоящих далековато. Вот, кстати, странно. А, кстати, моделька вот этой фиготы такая же, как моделька прудика, помните, в эльфийском ритуале? То же самое. Да ё-моё. Так, ну все получается. Ну да, это был так тупичок. В сундуке, наверное, награда лежит, но... Увы, ах. Да ё-моё, я же отпустила. Все, братва, пойдемте. Я чувствую, мы уже близки. Аптечка у меня, конечно, не так много, как хотелось бы. Но я надеюсь, мы справимся. Ох уж этот коридор. Мост, точнее, даже. Стоп. А что там? Еще неинтересно. Береги! Вот вы откуда взялись вообще? Охренеть! Предлагаю сперва задних убить. Не, вы это видите? Охренеть. Пошли бы вы в задницу, слушайте. Не сработало, и они на меня все сагрились. Нафиг назад. Назад! Не, сейчас вин откинется. Еще так плохо-то все, слушай. Прям очень плохо. Ребята, идите в жопу. Я вам по-дружески советую. Серьезно. Офигеть. Сейчас точно забьют. Ой, не-не-не, смотри, просто забьют, как мамонта. Хоть ты надевай броню, хоть ты не надевай. Какую-нибудь очень-очень-очень жирную.
Броню надо натянуть. Ну. Не думаю, конечно, что это меня спасет, если честно. Я практически уверена, что это меня не спасет, но. Выбора особого нет. Надо... Вот жалко нет вот этой. Из энтропии, да, вы помните, взрыв разума. Вообще печально. Не, даже вообще не рядом не стоит. Стэн. Стэн, сюда, быстро. Вин, я не знаю, что-нибудь делай. Вот, кстати, не хватает в такой ситуации вот той, помните, способности, которая щитом тебя вот окружает? Нет, сработало. Но вылечило, кстати. Ой, нет. Все просто на нее согрелись. Из этого гребаного землетрясения, которое не сработало даже. Ой, обида, конечно. Ой, как мне не нравится все это. Очень плохо тут как-то. Мы тут не выживем, я чувствую. Ладно, хоть полечить. О, смотри, еще вылечила. Чуть держимся, удивительно. Надо себя от смерти спасти. Вот это смешно будет. Стэн, бей, пожалуйста, ага. Надо как-то... Нет, знаешь что, давай вот так. Прям. На них-то уже все равно ничего не сработает. Надо все, чтобы дружно одного били. Он быстрее сдохнет тогда. Логично, логично. Так, сработать-то сработало. Кто умер? Кто-то умер? Бейте вот этого. Ну, я старалась как могла, делала. Ой-ой-ой. Слушайте, ну их очень много. Их прям что-то дофига, я бы сказала. Это прям очень жестоко. Прям очень жестоко. Так, Огран, лечись. Черт. Все плохо. Стэн, помоги ему. Давайте одним ударом вдвоем. О, сработало, видишь, как хорошо. Слаженная работа, там все такое. Огран туда же. Так, Дюранчик, держи вот этого придурка на себе. Надо вас только лечить, не забывать. Вот, например, сейчас не помешало бы. Нет, нет, Стэн, лечись. Лечись, говорю, ранен он. Офигеть, смотри, как накинулись-то. Раскидать всех нахрен. Не, мы тут подохнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого надо бить. Не сработало, естественно. Какой кошмар. Так, Стэн. Вот этого бей, короче, до конца. Вот этому чуть-чуть осталось. Есть. Плохо, плохо, плохо. Все не очень хорошо. Огрен. Вот этот, кстати, почти сдох, слушайте. Да ударите вы кто-нибудь вот этого-то, чтобы он сдох. Да чего вы там махаете? Спасибо, Дюран. Так, это что вылезло тут? У вас тут двое, что ли? Или... один такой? Как будто бы двое. Так. Копила я лечилки? Угу. Слушай, я, конечно, не думаю, что это сработает, но давай попробуем. Ну, так, сняло нормальненько. Могло бы, конечно, побольше, но... Что поделать? Дареному коню в зубы не смотрит. Лечись, Огран. Все, один. Так, Дюранчик, Стэнчик, Стэн. Вот давай вот прям вот так вот.
хорошо. Бейте, 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 бейте. А, нет, не один. Я так и знала, что какая-нибудь подстава будет. Сдохни, тварь. Есть? О, офигеть, мы выжили. Как непонятно. Ой, это было очень больно. Вот это было больно. Это реально было очень нехорошо. Ой, кошмар какой. Бедненькая это моя. Так, где моя тряпка? Ух, лечилков нет. Просто нет. Я, кстати, знаете, думаю... Как пожелаешь. Я не хочу, конечно, так делать. Вот хочу, как зашла сюда, так и оставаться. Просто мы могли бы вернуться по карте мира назад. В какой-то, по-моему, определенный момент, или мне кажется. И, в общем-то, вылечиться. Ну, то есть, накупить там всяких этих лечилок. Точнее, эльфийского корня. У нас же нет с собой, да, его? По-моему, закончился... Да, он закончился. Но я хочу попробовать справиться вот так вот. Вот как зашли. Вот так вот и идти. Единственное, но я сомневаюсь, что мне это получится. Ну-ка, смотри-ка, у нас есть травма, да? Давай посмотрим, как это работало. Это не оно. Просто тогда вроде... Я, может, снаркоманила все-таки? Может, я что-то не поняла? Когда вот это исцеление-то произошло? Вот что это? Я, наверное, жахнула аптечку и не заметила, да? По привычке просто я кликнула уже. На автопилоте. На автопилоте. Ну-ка. Ну да, скорее всего, так и было. Скорее всего, так и было. Обидно, конечно, да. Ну ладно. Как скажешь. Вот так вот это надо было сделать. Так, хорошо. Ладно, допустим. Что у нас там из перчаток, из прочего? Может, на этого самого что-нибудь оденем? На Огрена. Вот эти ребята явно получше. Стоп. Нет. Шлем. Шлем, 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 шлем. Где он? А! Не хватает 42 силы. А-а-а. Ну почему? Можно было бы, кстати... Ну да. Немножко махнуть местами, чтобы хотя бы что-то у Огрена стояло. Потому что да. Путь в канаву. Ну так-то да. Иначе не назовешь. Так, тут в принципе ничего менять нет смысла. Ой, не хочу вперед идти. Вин, когда у тебя левел, блин? Как будто бы у них... Вот прям чуть-чуть... Сколько у Стэна там, кстати, осталось? Ну это смешно просто. Совсем капелюшечка осталась. Дайте мне левел. Уже. Если сейчас еще кто-нибудь на меня нападет, я со своими 7 большими аптечками, я не знаю. А чё встали? Я уже боюсь. Не бейте меня, ладно? О, рунный камень. Где мой там кушак Архивариус? Давай. Хоть опыт. Чуть... Да ё-моё. Хорошо. 75, чё там кодекс обновлен? Стала-то не гад. 913 века дракона. Близится мор, хотя пройдут годы, прежде чем его объявят наверху. Однако хроникам ведомы все его признаки. Легион потерял Банномарах, хотя, говоря по чести, эта твердыня была потеряна для живых еще много лет назад. По-моему, мы это читали, да? После многих столетий непрерывных стычек стало ясно, что... К чему идет дело. Первое веками непризнанное
Линия обороны слабеет. Да-да-да. 512 век возвышенный. Наверху объявляют 4-й мор, но для камня это число ничего не значит. В недрах Земли все происходит наоборот. Наш мор будет в годы, когда наверху его нет. 7 поколений отступления и тьмы. Благодаря нашим предкам, верхние королевства не знают, как выглядит порождение тьмы, и даже старейшие жители не слыхали рассказа о море из первых рук. Они убеждены, что мор можно победить, собрав в одном месте союзные войска. Рано или поздно они проиграют, когда погибнем мы. Порождения подступают безудержной волной. Мы укрепляемся и продолжаем бой, хотя все чаще нас одолевают сомнения. Вообще, да, я уже говорила, гномы просто рулят, потому что фактически все то время, когда, ну я повторяюсь, конечно, когда у людей нет мора, у гномов он есть. То есть фактически большую часть времени, чем у тех же людей. Ну ё-моё, ну сколько можно уже? Тихо-тихо. Скелет. А, ну скелеты, в принципе. Не сказать, чтобы они легкие ребята такие. Но как-то, вот когда они, мне не так как страшно. Скажешь, так и будет. Почему-то. Кстати, что-то я стою, фигней страдаю. Так, ускорение. Что теперь? Опять какая-то дрянь в мышке. Вот всегда в самый ненужный момент. Причем, по-моему, такое ощущение, знаете, вот, что мышка дергается, даже когда там нет никакой дряни. Она просто выбирает самый неподходящий момент. И делает свое черное дело. Не успела, да? Черт. Давай. Есть! Да добить его уже, господи. Так. А, левел мне не дадут, потому что там меня тоже заметили, все такое. Ну, пойдемте сагрим, что ли, я не знаю. Алло. Дядя, иди сюда. Давай, мы тебя все дружной компанией ждем. Давай, подходи. Да все нормально. Я говорю, вот скелеты, они не такие страшные. Так, отлично. Стэн, что у тебя? У тебя силушка твоя богатырская. И только. Так, ну что я могу тебе дать? Я даже не знаю, если честно. Хоть щит начинай качать. Что еще это делать-то? Блок щитом. Удар щитом. Не будут проводить. Ну, вот это, кстати. Хотя, господи, какой смысл вообще? Я даже не знаю, честно, вот что ему давать. Ну, можно, конечно, сюда двигаться. Но мне не хватает, блин, ловкости, кстати. Сколько там надо? 18 и... Ади силы нужно. Вот странно, да? Ловкость 18. У меня их... Ну, блин, придется все эти три кинуть сюда. Хотя, с другой стороны, вот... Ну, хотя, да, выход из боя. Расслабленная поза воина выглядит менее угрожающе, снижает враждебность. Ну ладно, что делать-то? Пойдет. Потом уже, когда вкачаю полностью, уже буду думать, что с ним делать. Со Стэном. Угу, классненько. Где ты там? С удовольствием. Чё так близко-то, господи? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Никаких эмиссаров в моем доме. Я пошла. Ау. Не долетела. Ха-ха. Сейчас засада будет. Какие будут указания? Блин, первый бежит не эмиссар, это печально. Застрял, отлично. Дюран. Вин. Вот так вот.
Идиот, они прям тут решили это активировать, что ли? Ну да, кстати, они же прямо-то на месте, блин, активируют. Я забыла совсем об этом маленьком, мать его, нюансе. Нет, Стэн, вот сюда. Ой-ой-ой-ой, никаких этих самых, слышишь? Не смей. Не смей! Ай-яй-яй, все равно успел. Успел активировать. Вин, беги. Нет, нет! Гребаная цепная молния, как я ненавижу. Лечиться! Бей. Вот так бей. Вот этого сейчас... Бум. Все, нету его. Прошу прощения, мне нужно поплясать на радостях, конечно. С удовольствием. Так, посох порождения тьмы, черт с ним. Вин, какого черта, когда? Миллиметраж. Дайте мне какую-нибудь пластинку руническую, я ее посмотрю там и все. Не? Ладно, сколько у вас тут еще? О, еще. Стоят такие незаметные. А эта дрянь вообще откуда? Здесь же вроде нет одержимых. Какого черта вот это тут находится? Я постараюсь. Доспех Легиона. Ой-ой-ой. 42 силы. Ну-ка, подожди-ка минутку. Сейчас мы почитаем кодекс. Кодекс обязательно, но я сперва посмотрю на этот доспех. Где он? Как он выглядит-то хоть? Ой, темненький. А, это этого Легиона, мертвого, который. Так, блин. Я бы, конечно, надела, но... Но вы понимаете, почему я не буду этого делать. И в этом случае как-то не очень хочется. Огра, но я пока, наверное... Хотя надо... А, у него нет 42 силы. Каста мертвых. Так, это мы читали часть. Надеюсь, этот доклад отыщет нужного читателя и окажет влияние на нашу стратегию в будущем. Мы наткнулись на шайку порождений тьмы, скопившуюся, по всей вероятности, вокруг логова матки. Но приблизиться мы не смогли. Там оказалось куда больше бестий, чем мы ожидали. Я разделил свой отряд, чтобы отвлечь основную часть Орды от этого места. Не думаю, что останусь в живых, однако я позаботился о выживании большинства моих солдат. Меня это мучает, ибо если мое прошение останется неуслышанным, погибнет еще больше солдат Легиона, чем могло умереть сегодня. Но я просто не могу бросить тех, кто смотрел в глаза и кого... Кому смотрел в глаза и кого называл братьями. Быть может, они не поблагодарят меня за это, потому что уже считают себя мертвыми. Однако для тех, кто жив, всегда есть надежда. Я считаю, что они этого достойны. Так, ладно, допустим. Как бы так подойти-то, чтобы не убиться? Какая прелесть. Так, вас там четверо. А кто? Ты эмиссара, что ли, два, или мне кажется? Нет, это скелетики. А, ну фигня. Так-то. С удовольствием. Тихо. Да ё-моё, как неудобно-то с вами. Попробуй ещё. Нет, третьего лица тут невозможно. Не, возможно, но неудобно. Очень неудобно. Нифига не видно, кто бежит вообще. Одни спины гигантские персонажи. Ах, надо. Нет. Аллилуйя. И встали. Серия ударом щитом просто. Вин, вставай, хорэ, лежать. Тебе это не к лицу, ты такой левел получила. Как пожелаешь. Все? Так. Ну. Ну да, почему нет? Силы воли мне, в принципе, хватает. Хотя можно было бы так по чуть-чуть, знаете, кидать.
пелюшечку. Аура силы пассивная. Боевой маг овладел секретами мастерства и получает дополнительный бонус к атаке и защите урона во время действия способности боевой магии. Ну, блин, если честно, я боевого мага взяла просто потому, что, ну, остальное никак пока не возьмешь, да и оборотни ей давать, ну, бессмысленно. Хотя боевого мага тоже. Потому что я, скорее всего, не буду пользоваться этой специализацией. Хотя надо бы, наверное. Пора огонь кончать, мне так кажется. Хоть какая-то атака будет дополнительная. Хотя, конечно, вот взрыв разума бы взять. Может взять, пока не началось. Давайте так и сделаем. Это очень часто ко мне подходит, и я не могу их отогнать никак. Это мне не нравится. Так, ну чё, давай обшмонаем трупы и пойдем дальше. Так, здесь еще один красавчик. Ну чё, господи, даже припарка. Тут что-нибудь есть? Мне не нравятся слова о матке, о некой, которая тут сидит где-то. Вот что-то совсем. Я постараюсь. Ну. Что-то подлагнуло, подгрузилось что-то явно. Так, пещеры поперли. Ну, в принципе, ладно. В первый день они пришли, всех с собою унесли. Воодушевляет. А я тут при чем? Фу, какая дрянь, посмотри. Огненная стрела. Ой, не нравится мне. Стрелами меня снабжают. Я постараюсь. Инвентарь, кстати, скоро заполнится. Знаете что, давайте-ка вот туда мы, пожалуй, пойдем в следующей серии, потому что... Ну, вы сами, я думаю, понимаете, да? Не хочу что-то встречаться с тем, что там в этой серии, да и к тому же эта серия уже довольно давно длится, и надо бы сделать перерыв. Тем не менее, надеюсь, что она вам понравилась, сколько там она не шла, хотя мне кажется, она достаточно жирная получилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, и до встречи в следующей серии. Чувствую, мы будем страдать. Аптечек нет, как жить, не ясно. В общем, всем удачи и до встречи. Пока-пока.